Позавчера была очень хорошая погода. Днем было даже до 26 градусов. Хотя утром я оделся очень тепло и стоял на том, что осталось от остановки, и ждал автобуса. Из глубины разрушенного дома через дорогу вышла большая беременная кошка. Она села на порог дома и стала недовольно смотреть в мою сторону, потому что дальше по моей стороне дороги в одном из уцелевших домов дед собрал чужих сбежавших собак, каких-то овчаристых дуартерьеров, которые бегали и лаяли на меня через хлипкий забор. Кошка всем своим видом выражала недовольствие этим шумом и этим фактом. А я подумал, а живы ли вообще хозяева этого дома, где живет кошка?